Впервые на выходе на встречу за Петю. Я, кстати, предчувствовала, что Петя. Я просто фотографию вот эту афишу нашу смотрю и думаю, ну очевидно, что мы будем Петю плясать. Ну это просто так понятно, что люди идут. А ну-ка. Ну расскажите, наверное, вы познакомились в театре, да, ведь? Ну, познакомились на пьянке. После спектакля. На день рождения. А, это называется. Это день рождения. Пьянка. День рождения, где и выпиваешь, в том числе, и танцуешь. И веселяешь. После премьеры. После премьеры, вот что день рождения. А у нас главный Данил. Аминка показывали, день рождения был у костюмерши. Это не то, что вот мы так хотим везде выводить. Просто у нас нет в Екатеринбурге бабушек, ну и прочих родственников, которые могли бы. И он всегда либо со мной, либо с папой. Больше мужчина с кем не оставался никогда. Мы вас простим. Ну вот мы познакомились, и с тех пор, это сколько было лет назад? 8, мы недавно столько считали. 8. В мае, 13 мая будет 8. 8 лет. 13.